Всем привет, не буду растягивать вступление, а вломите лайк и подписку, и мы начинаем. Настоящее имя и дата рождения неизвестны. На Reddit много догадок и сливов, но это не точная инфа, и показывать я ее не буду. Сэмэтри начал свой рэп-путь своим корешем Ghost Mountain еще в 17-18 годах. Пацаны начали писать вичушный трэп, который модно звучал, и они постепенно набирали его аудиторию. Выпустив пару сочных совместных альбомов, Ghost Mountain пришлось дропнуть на зло ради колледжа. После этого Сэм начал беситься, удалять совместные релизы, потому что народу больше нравился Ghost, ну и он горел из-за этого, но не суть. Сейчас подрублю пару любимых треков с этих релизов. Fuck 'em all. When I come around your way, you best pray to God. I'm in my asylum till the world falls. Также параллельно вич-трэпу Сэм начал переходить так называемый блэк-трэп-метал. Фишка в этом жанре — сэплить блэк-метал и накладывать жирную трэп-драмку, а вокал убивать просто в лютое качество. Так у него вышло 3 Rainbow Bridge. По статистике вторая часть вышла провальной, а вот третья получила огромную аудиторию и респекты, потому что там Сэм это реально выебал звук. Забыл сказать, что Сэм — основатель рэп-движухи Haunted Mount, который сейчас быстро развивается. Появляются новые участники, например, Бакшот, Хакл и так далее. А последний его релиз, Criminal Forest, получил много хороших и также негативных отзывов. Альбом звучит как агрессивный вич-трэп, да и по качеству превосходит остальные релизы. Тут хотя бы Сэм не пиздит сэмплы. Подведем итоги. Имя, возраст — мы нихуя не знаем, ну, по крайней мере, официально. Кстати, живет он в США, и все его творчество спижено, точнее, вдохновлено Чиф Кифом. Его стиль уникален, нету аналогов исполнителей даже в СНГ. Интересно, как дальше будет развиваться его музыка. Ну что, будем ждать, смотреть и слушать. А еще у него сипишка Варбой, советую послушать. Ладно, ловите заставочку, и всем до скорых встреч.